вот это наше трепетное отношение к так называемым НЛО, стремление обязательно войти в контакт с этими неведомыми силами, романтика, которая окрашена темой НЛО. Все это духовно опасные вещи. И вот почему. Когда-то, отвечая на вопрос об НЛО, я прямо сказал, что я не могу себе представить, чтобы разумные существа, которые находятся на совершенно иной, то есть во много крат превышающей нас цивилизации, которые обладают гораздо большими, чем мы, знаниями, которые способны перемещаться так в пространстве, использовать такие совершенные летательные аппараты, чтобы эти разумные существа не вступили в открытый контакт с людьми. Но почему? Ну, прилетят наши космонавты на какую-то планету и увидят там существа разумные, ну, допустим. Но неужели они будут прятаться, водить за нос тех несчастных? Создавать некую мистерию вокруг своего присутствия? Да они же сразу войдут в контакт, даже если это будет рискованно. Потому что разум человеческий будет требовать от них, от наших космонавтов, продолжения эксперимента. Такова логика исследований. Почему же эти таинственные существа не входят с нами в контакт? Да потому что это никакие не НЛО. А дьявол на протяжении истории различным образом являлся людям. Он являлся им через языческих богов. Он может являться им и под видом космических пришельцев. Поэтому нам нужно быть сугубо осторожными. И сегодня во всех этих попытках установить некий таинственный контакт с какой-то неведомой силой. Чтобы НЛО не стало для нас новым язычеством, новым заблуждением, через которое люди бессознательно и неразумно поклоняются темной силе.